смотри, эти угли. Ну что, я же вам обещал. Так что вот, все, сейчас я привезу. Ты посмотри точно ведь, а. Привет, друзья. Вы снова в гостях у Потапа. А сегодня у нас продолжение истории Дино Трак. Это про механических динозавров. А героем у нас сегодня будет Тон-Тон. Вот он. Это вот такой вот динозавр. Динотракс. А вот так вот Тон-Тон будет загружаться камнями и ехать. Пункт назначения. Ну а тут мы видим главного героя Динотракса. Это механический динозавр Тиракс. И у нас сегодня, ребята, с вами будет настоящий парк из каменных гор. Везде глыбы камней и механические динозавры Динотраки. А с обратной стороны коробки, ребята, посмотрите, показано, как динотраки занимаются каждый своим делом. А вот так вот наш Тон-Тон будет съезжать с горы, а вот так вот будут падать на него каменные глыбы, которые будет Тон-Тон потом перевозить дальше. Вот здесь видно прям, как камень летит в кузов к Тон-Тону. Ну а здесь также показаны все последующие серии, и даже одна серия, которая у нас уже была, ребята, Netflix. Ну что, ребята, открываем упаковочку и вынимаем содержимое. Ох, как много здесь всего. Да, сейчас потому что будем строить каменные глыбы. А вот он и сам Тон-Тон. Вот такой вот динотрак. Вот такой вот миленький, синенький динотрак. Посмотрите, какие у него глазки. Очень добрые глазки. Хороший динотрак, хороший. Как котенок прямо. И ездит он как быстро. Очень шустрый. А вот этой штукой он разбивает камни. Ай, как больно. Вот этой штукой. Это как молот. И как он быстро передвигается. И какой большой вместительный кузов. А он еще с этим кузовом не просто высыпает груз. Он еще кидает эти камни. Далеко может их закидывать. Вот такой вот он Тон-Тон. Инструкция, по которой мы сейчас будем собирать небольшую горку. Ну а первым делом обклеим вот этими штучками. Аккуратненько снимаем и обклеиваем. Это у нас сюда. Это аккуратненько вот сюда. И последнее, четвертую штучку, мы помещаем ее вот сюда. Ну вот, ребята, вот такое вот сооружение у нас получилось. Вот так вот наш Тон-Тон заезжает. Тут он разворачивается. И теперь вперед. Оп! Камешек свалился, он поймал и поехал дальше. Вот такой вот наш сегодняшний динотрак, которого зовут Тон-Тон. О, смотрите, кто это там наверху? Что-то я раньше не видел здесь такого. Кто это такой синенький? Да, кто это пожаловал к нам в гости? Черепаха, посмотри-ка сверху, там тебе, наверное, виднее. Что там синее пятно вдалеке? Вижу, вижу. Да, это синенький. Да, такого динотрака я не видел тут ни разу в этих краях. Но сейчас он едет к нам, сейчас мы с ним познакомимся. Подождите, сейчас я к вам съеду и поздороваюсь с вами. Все, я еду. О, ну что, всем привет. Привет, друзья. Наконец-то я до вас доехал. Много слышал о ваших краях. Знаю, здесь у вас много вкусной пищи. А зовут меня Тон-Тон. А еще меня называют анкилозавр. Вот такой вот я механический динозавр. А меня зовут Тиракс. А это мой приятель Хамелеон. Привет, меня зовут Хамелеон. Я, видишь, я электродрель. Я могу все продырявить. Вон сколько у меня различных насадок, видишь? А вон там наверху на горе. Вот посмотри туда, видишь? Это стоит наш друг. Это черепашка. Привет, черепашка. Привет, Тон-Тон. Рад с тобой познакомиться. Хотите, кое-что интересное вам покажу? Конечно, хотим. Мы любим интересные вещи. Но смотрите тогда внимательно. Все, следите за мной. Я поехал. Показываю вам трюк. Что интересно он нам покажет? Но все равно интересно посмотреть. Мне кажется, он очень быстрый самосвал. Посмотрим, что он умеет. Смотрите, вот здесь я заезжаю в гору. А теперь смотрите, друзья. Смотрите внимательно. Самое интересное. Итак, вперед. Вот так. Видите, как четко я поймал. Ну что, видели, как четко у меня получилось? Вот так вот я ловлю камни и еду дальше. И вот так вот я еду дальше. И вот так дальше пробиваю себе дорогу. И съезжаю вниз. Ну вот, и я здесь. Ну что, как вам я? Понравилось? Как я ловлю камни и как быстро их доставляю на место. А теперь я их положу вот сюда. Аккуратно подъеду задом. Чик, и спокойно подниму свой кузов. И все, камень на месте. А теперь я еще его закрою,
чтобы никто не трогал. Вот так вот. Ну вот и все, даже никто не заметит. Вот так у нас, как все слаженно получается. А вы видели там наверху рисунок, как мы строим разные вещи? Вот посмотрите вот повыше. Да, вот видите там повыше? Там показано, как мы строим. Вот, это еще наши предки даже рисовали. И мы также работаем, чтобы потом, кто будет после нас, они видели, как можно строить потом большие здания или сооружения. Да, получилось, конечно, у тебя классно. А вот, конечно, если бы за место камня оттуда сверху, со скалы, тебе упали бы лучше угли, которые мы очень любим, тогда было бы вообще хорошо. Да, мне бы тоже сейчас очень хотелось сейчас полакомиться этими углями, черненькими, такими вкусненькими. Не вопрос, сейчас сделаем, 5 секунд, все, смотрите, наблюдайте за мной, сейчас я вам привезу ваше любимое лакомство, ну и мое, конечно же, тоже. Все, ждите, неужели привезет, а? Что это он, интересно, задумал? Как вы думаете, друзья? Черепашка, ты как думаешь? А я верю Тонтону, он очень быстрый и шустрый, он на самом деле, если сказал, значит и сделает. Ну давайте посмотрим, он сказал же наблюдать за ним. Смотрите, угли. Ну что, я же вам обещал. Так что вот, все, сейчас я привезу. Ты посмотри, точно ведь, а? Точно привез. Я же говорил, я верил в него. Тон-тон, ты молодец, красава, Тон-тон. Держите, друзья. Ну что, угощайтесь, угощайтесь. Это все для вас, от меня, в честь нашего знакомства. Ой, как вкусно, ой, как вкусно. Ой, сколько лаков. Ой, какой вкусный уголь. Ой, как вкусно. Спасибо тебе, Тон-тон. Вот такой у меня уголь. Очень вкусно, очень вкусно. Надеюсь, вам все понравилось, друзья. Теперь я буду в вашей команде. Я тоже тогда поселюсь рядом с вами. Вот здесь. Здесь мне очень нравится, в этих краях. Да, здесь мне тоже очень нравится. Здесь кругом есть пища. Я тоже недавно только сюда пришел. И вот познакомился здесь с черепашкой и с хамелеончиком. Вот. А теперь ты тоже будешь нашим другом. Теперь мы будем что-нибудь все вместе дружно строить. Да ведь, друзья? Конечно, ты прав. Будем строить. Теперь у нас, смотри, есть чем перевозить, есть с чем все рушить, а я буду рисовать и вырезать детали, которые мне нужны. А черепашка своим лазером будет доставать с вершин все, что нам нужно. Так что все, мы целая команда. Можно начинать большое строительство. Я согласен. Я очень рад, что пришел к вам. Мне очень здесь нравится. Теперь я буду всегда здесь жить. Конечно, мы тоже рады тебе. Мы очень рады такому другу. Ты очень нам нравишься. Очень ты хороший. Да. Ну что, все, поели? Давайте поспим, отдохнем, а то уже стало поздно и солнышко уже садится. Поехали спать, отдыхать. Пошлите, пошлите отдыхать. Пойдемте, пойдемте в наше укромное местечко. Меня подождите. Ну все, я тоже что-то устал. Так еще вкусненько я поел. Ну пойдемте спать. Вот, друзья, мы познакомились сегодня с новым героем динотраком Тон-Тоном. Вот такой он грузовичок-динозавр. Очень веселый, очень шустрый и очень быстрый. И его сразу все полюбили, как мы сегодня с вами уже видели. Так что вот они все наши механические динозаврики. Надеюсь, ребята, вам понравился сегодняшний фильм. Жду вас в гостях. Всегда с радостью вас принимаю. Ваш Потап.